Агрофирма Сидек представляет томат сорта Зарево. Это раннеспелый гибрид для открытого грунта. Плодоносит начинает на 90-95 день, дает плоды с массой 150-170 грамм, плотные и сладкие. Товарная урожайность от 16 до 18 килограмм на квадратный метр. Ценность гибрида в высокой отдаче раннего урожая, отличном вкусе и качестве плодов, а также в пригодности их для длительной транспортировки. Номер партии 6110, количество семян 0,05 грамма. Ноль четыре сотых грамма на весах.